Как я не старался, у меня все-таки не получилось все сразу перетопить. Пришлось отгрузить вот такую вот миску глубокую, большую, где-то литров 10, даже, может, и больше. Осталось полбака мировы, долив еще воды в парогенератор. И вот, начало кипеть, и пошел воск. Довольно так неплохо. Вот это сейчас запотело. Вот это сейчас вот что бежит, струйкой такой приличной, это воск все, без воды. Вот видно. Пар, конечно, не дает снять. Издалека будет. Так, прикрываем тягу, то, что плеваться начал. Воск потек хорошей струей. Видно, в ведре сразу он наполнилось. Это я вытапливаю остатки солнечной воскотопки. Насобиралось за все года. Было почти полмешка мировы с воскотопок солнечных. Это я еще пошел, вспомнил, выбрал он миску эту здоровую. Ну, почти полный бачок был, то не продавливало его, чтобы перетопить. Давление выбивало сюда везде, уплотнитель вырывало, ну, через отверстие ничего не шло. А сейчас вот, когда выгреб ведро мировы и немного там ее взрыхлил, чтобы было куда проходить пару, и сразу побежала, видно, вот струйка. Струйка такая неплохая, скажу, где-то миллиметра 3 на выходе на самом. Это бежит все у нас воск. Вот видно, сколько воска набежало уже. Это буквально за минут 5. Так что после солнечной воскотопки черную сушь надо перетапливать. Что говорят, типа летом, да, самотеком она вытапливается полностью, сухая. А это не так, там много, получается, воска сильно остается. Вот ручьем бежит, правда. Я прикрыл тягу полностью, закрыл дверки в грубо. То, что начинает сильно парить, типа, выплевывая сюда на стенку, на ведро, на это. Так что лучше хай тише бежит. Ну, уже около 2 килограмм, думаю, где-то набежало. Получается, что заразный получается этот полный бак мировы перетопить. Я имею в виду плотный. А надо по полбака топить. Я вот этого вот, оно под наклоном так идет, тот гроб туда, к той стенке, где поменьше дно. Чтоб тут был больше проход пара. И вот пошел пар и сразу воск. И сколько мы вот говорим, он еще ручьем бежит. Перед этим я решил, что недостаточно горячий пар. И обтеплил трубу мешками, что вот что здесь стало. Паром расплавило, просто и отломалось. Укоротилось на 20 сантиметров. Труба мягкая такая. Уже набежала воска у нас. Вот пятно. Продолжаю все бежать. Вот, на проволоке. Ну а то, что осталось в миске, это я уже завтра буду. Или на днях перетоплю, покуда тепло на улице. Сегодня у нас плюс 5. Солнце с утра было, да как весна. Пчелы даже начали вылазить в туннель. Да пропадать бы мерзать на снегу. Будем продолжать топить. Уже
наверное, 4:30 вечера. Вывод такой, что концентрат мирвы полный бак грузить нельзя. Потому что полный бак был, вы видели, по сторонам выбивало. Даже я новый уплотнитель поменял. Все равно выбило с одной стороны давление. Не продавливало его до низа, чтобы воткнул. А сейчас вот все через отверстие пошло, вот видно. Я так подобрался хорошо, чтобы объектив не потел. Видно, какой струйкой сейчас бежит, это чистый воск, без воды. Может, ее немного вода, но не столько, чтобы уже. Раньше как-то мирву выбрасывал особо, не это, не собирал. Теперь есть парогенератор, воскотопка, хоть самодельная, но работает. Будем перетапливать еще какое. Еще там 4 рамки у меня лежит, надо ободрать. Да. Потом перетоплю уже следующим заходом. Ну вот уже сколько сидим, он бежит и бежит и бежит. Концентрат. Нервы неплохой такой вышел. Потом я уже напишу, сколько водка вышла с этой перегонки. Через часик уже темно будет, через полтора. Будем в темноте топить. Я залил еще парогенератор воды дополнительно. Надо ее высушить, чтобы если мороза пойдут, так может трубу разорвать. А так выпарится, то можно уже смело оставлять. Дров осталось, пару палок тут. Еще сходим, притащим, распилимся. Вот слышно, пар шипит и воск ручейком. То бежит и бежит и бежит. Если бы такими темпами до здесь бег, то 10 ведер набежали. Тут получается температура пара высокая на выходе, то смысла не имеет цеплять трубу. Она то так не горячая, но там внутри, думаю, прилично будет греть, потому что она толстая, просто труба сама по себе. Пятерочка где-то, даже 6 мм. Так что, ай, без утепления, то опять перегорит. Хотя сделаю длинную эту, чтобы температура чуть меньше была на пластике, да. Все равно нагревается сильно. Это пропуская вот здесь. Надо придавить все. А то мимо пар вылетает, вот. Рукой слышно пар сюда идет. Даже объектив запотел. Несмотря на то, даже что там пар выходит, все равно ручеек бежит воск. Ладно, буду заканчивать на этом. Сейчас приложу еще там грузом, чтобы придавило. Надо крышку какую-то придумать нормальную. С резиной такой, чтобы не боялась жары. Сделай нормальную крышку, не будем пропускать. Зажимы хорошие поставлены. Будет это без груза сверху, а то таскать эти блины, задолбаешься. Ладно, на этом я заканчиваю. Вам было интересно, ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду рад выслушать ваше мнение. Всем удачи. До свидания.